И вот через этот проект у нас прошло 20 тысяч школьников. В этом году мы начинаем новый профориентационный проект. Он вообще интересен. И совместно с пригородной пассажирской компанией АО «Содружество» планируем обеспечить бесплатную доставку тех ребят, которые проживают на заинтересованные предприятия. И проект будет реализовываться также центрами занятости городов и районов на территории или рядом с которыми имеется пригородное железнодорожное сообщение, то есть пригородными электричками. Например, из Казани мы планируем повезти на экскурсии ребят в Зеленодольск, завод Горького, завод Сергом, а учащиеся из Зеленодольска, Буинска, Высокой горы, Арского, Кукмарского, Сабинского района, Балтаси, Кайбицы, Отня, то есть это Заволжье, это территория около Кукмара, все муниципальные районы, там, где есть пригородное сообщение, будут, наоборот, приглашаться, и у нас уже разработаны маршруты, какие предприятия вот вдоль этой железнодорожной ветки они посетят. Но с тем, чтобы расширить географию вообще возможного устройства на работу, потому что сегодня мы в любом случае говорим о трудовой миграции. И, впрочем, и будущие школьники должны понимать, что их будущая работа, профессия, может быть, приведет к тому, что они будут жить не в своем муниципальном районе. И такие предприятия, крупные работодатели проявили заинтересованность, как Казанский авиационный завод Горбунова, Казанский завод компрессорного машиностроения, КМПО и многие другие. Если проект зарекомендует себя, увеличится число работодателей, которые примут, изъявят желание в нем участвовать, конечно же, география будет расширена. Татаринформ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости, события, подробности.